Всем снова привет. Не помню, знакомы ли вы с моим бывшим. Вот еще кадр, скажу я тебе. Эгоистичный и тупой, как пробка. Сейчас баллотируется в Сенат. Подобное к подобному. Окей. Вот. Я предлагаю нам начать все-таки уже наконец-таки с долгожданного... Так, да, с долгожданной охоты на Иоанна. Так. Она никуда сюда толком-то не переместится, да? Это ферма Рэй. Так, это ферма ты... Рэй, да. Там Бумера можно спасти, но мы сначала займемся более насущными делами. Так. Вот. Вот чем мы займемся. Если у нас все-таки какой-нибудь телепорт рядом. Нихера нету. Отсюда придется ехать. Нормально. Доберемся. По пути заодно разведаем что-нибудь. Не взорвало его совсем. Нет? Неплохо. Если тебе скучно, сейчас взбодришься. Я думал... Ой-ой-ой. Думал, что просто у нас машина повреждена. Получайте, твари! Все окей. Не хочет она чиниться. Хотел сбить, но это, походу, наши. Заткнись, наконец! Маки, спасибо. Держи, пригодится. Упадешь, Фулзент. Будь осторожнее. Сектанты контролируют весь город. Спаси Мэри и Джерома, а потом вломите издамщикам как следует. Ну, до связи. Так, ну там что-то все плохо так с виду. Сука, еще вас мне не хватало. Фак. Что-то все крайне нехорошо. Да что ж ты будешь делать-то?
Да ладно, как так не попал-то? Наконец-то. О, сам прыгнул под прицел. Они вызвали самолет. Фак, очень не вовремя. Пилот верный, один из лучших бойцов секты. Если мы не собьем самолет, нам конец. Класс. Я не знаю, как я его сбивать буду. Надо что-то придумать. Я атакую цель. Приветики. Пленник освобожден. Класс. Ну, что за... Да нету пулемета вашего, я не вижу его, по крайней мере. А, вот наверху. Вы его сбили сами, молодцы. Бежать. Все? Все, победный залп. Отрет Бог слезу с очей их. Не будет ни смерти, ни плача, ни вопля, ни болезни. Ибо у меня есть планы на вас, сказал Господь. Как помочь вам и не обидеть вас, дать вам надежду и будущее. Я не знаю планов Господа, но вижу благие дела. Слава опережает тебя. Ты лучшее, что случилось с этой долиной за долгое время. Мне бы помочь. Ты что, хочешь сломать шею? В теории все было нормально. Вот. Спасибо. О. Черт. Это ты. Прости, не поняла. Ты столько сделал, можешь немного побыть игрушечком, да? Я думал, сектанты забрали все это. Какая же я Фейргрейв, если не могу сделать заначку? Училась у лучших. Город. Он многое повидал, помощник. Спасибо тебе, но... Знаю, ты ищешь своих людей. Но дело в том, что помощь нужна не только тебе. Пастора и я можем не так много. Протяни нам руку помощи, и мы отплатим тем же. Выручишь нас? Мэри все тебе объяснит. Как будет время, приходи в церковь. Я буду там. Отлично. Освободили все это дело. Так, вертолет на площадке-то у вас тут, наверное, нету, да? Потому что я бы очень хотел до бумера слетать.
Ну, видимо... Ладно. Фулсент – самое сердце долины. Если мы освободим его, здорово поможем сопротивлению. Я знаю Мэри и Джером уже 300 лет. Они хорошие, честные ребята. Они не подведут тебя. Кумжа. Не то чтобы я хотел ее поймать. Тут рядом живет ветеран войны. Последнее время у него беда со здоровьем. Надеюсь, все обошлось. Может, заглянешь к нему? Так, Вендел Редлер. Давайте сначала с Падре поговорим. Тебя молиться, но это бы помогло. Подойди, помощник. Не представляешь, как я рад вернуться в Фолсенд. Твоя помощь неоценима. Рад, что ты здесь. Как видишь, Иоанн Сид разрушает жизни многих людей. Если честно, я не успеваю за ним. Эти люди нуждаются во мне. Они моя ответственность. Но это значит, что следить за сопротивлением стало сложней. Будет возможность... Проверь, как там свиноферма Вудсонов. Я уже пару дней ничего от них не слышал, это тревожит. Нам нельзя терять бойцов. Так, добрый самаритянин. О, сейфик. Давно я не видел сейфов. Как-то не рыбно особо. Сорян. Так, тут просто вертолет есть. Обычный, правда, но все же. Уже заметили. Действуй незаметно. Так у них есть шанс выжить. Ну, блядство, а. Огонь. Что-то новое. Такого нам еще не показывали. А, это вот. Все. Ага, хорошо. У нас уже были такие задания. Когда у нас не все пленники выживали, но выиграть можно было. А тут просто разом всех убили. Постараемся сначала разведать. Не факт, что мы что-то через бинокль увидим. Одного пленника увидели. Пока только. Снайперов никаких нету. Хм.
Так, надо винтовкой лучше вооружиться. Охуеть! Вот суки, а. Класс. А они кого спалили там, мне интересно? Не меня же? Точно же не меня? Вот просто гандоны, а. Нету слов. Помощник, это пастор Джером. Осторожнее у свинофермы Вудсонов. Сектанты убьют пленников, если заметят тебя. Да я уж понял. Действуй незаметно. Даже если не меня заметят. Ляпайся во что-то, пожалуйста. Держи себя в руках, сучара. Фак, я убил пленника. Ого, а почему я так не умею бить? Оп. И вновь все получилось. Твои успехи воодушевляют сопротивление. Люди находят в себе мужество, глядя на тебя. Ты напоминаешь Давида, победителя Голиафа. Ступай. Так, ну, начали мы неплохо. Терпеть не могу теории заговоров Зипа, но пусть болтает сколько влезет, лишь бы взрывчаткой поделился. Думаю, сейчас он у себя на ранчо. Опа, 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 блядь! Бегите, глупцы. Ну, спасся, ладно. А, это наш. Синер, грешник. Что-то он совсем забуксовал, бедняга. Ну ладно. Это я так дурачился немного. Что мы еще можем поделать? Можем, да, вот эту штуку освободить.
Или до Зипа сходить, реально. Давайте до Зипа сходим. Главное, что мой вертолет цел. Главное, воду не скатить, зараза. Эй-эй-эй-эй. Это что еще такое? Так, то есть вертолет решил взорваться. Помощник, сегодня я держал за руки пленников, которых ты вызволил. И мы молились Господу, чтобы он помогал нам и дальше. Мы нужны людям. Чем больше несчастных мы спасем, тем выше наши шансы на победу. Я укрою их, а ты возвращай посту домой. Ага, освободите пленников в долине, разбежавшиеся стадо, ну окей. Блин, да как мне зайти-то сюда? Да, смотрю, тут по полной развлекаешься. Откуда у тебя играет? Наконец-то! Хоть кому-то нужна истина! Ну, рассказывай. А, ты тоже ищешь справедливость? Да, я в курсе, кто ты. Ты помощник, и ты разворошил гнездо сектантов. От этой секты дурно пахнет, и ты знаешь, что я прав. Скажи это. Скажи это вместе со мной. Мы рабы правительства! Отлично. Контроль над разумом. Да-да, друг, это они и планировали. Ты это знаешь, я это знаю. А хочешь знать, как они это делают? Виновата еда. Но теперь уже нет. Мы с тобой отымеем правительство. Раком. Я Зип Кубка. Объясню все по пути. Погнали. Залезай, я поведу. Куда залазить? В этот чудо-мобиль? Ну, ты со мной или выходишь? Да или нет? Да, нет, да, нет, нет, да! Давай решай уже! Поехали! Никакого конца света не будет. Это все дьявольские уловки правительства. Нас хотят запугать, чтобы мы не поняли, что на самом деле происходит. Мы для правительства подопытные кролики. Усыновление, химическое загрязнение, управление погодой, пестициды и всякое ГМО. Я тут покопался на складе и нашел бочки с этим паревом, которое мозги размягчает. Ты понимаешь, о чем я? Блажь. Скармливают ее животным, мы их поедаем и подчиняемся. Мы должны уничтожить этот инструмент для промывки мозгов. Ну хорошо. И говоря мы, я имею в виду тебя. Я слишком люблю животных, чтобы их убивать. Да-да, помощник, я говорю об эвтаназии. Только так. Они все должны умереть. Ну, где ты? Смотри, вон они. О, милый ангелочек. Это для общего блага. Таких слов, Элвин! Я к тебе привязался! У них даже медведь есть. Тебя не хватать! Да сука! Малыш!
Да зараза. Всех достал! Нет! Видите еще! Да сука, что происходит? Светина! Добрейшее существо! Спи спокойно! Пора покончить с этим! Свободе придают мне сил. Нормально, без прицела. Не понял. Да ты сука. Настало время встать на защиту этих животных. Да. Да какого черта? Ну, иди. Ну, пойдем, блин, я-то думал тут остаться. Иди. Ну. Ползи, жалкая псина. Тихо, тихо, тихо. Вот, сразу в себя пришел. Вон, тут даже силосная башня это есть. Докину. Я заминирую тут все. Их подкрепление уничтожит от Всевышнего. Любой демон, который сюда сунется, взорвет. Этого хватит. Они больше не будут мучить бедных, невинных животных. Довольно. И вот они. Стойте. Что? Нет. Нет! Они ведут коров! Райан, Дэви! Райан, Дэви! Шина! А мне стрелять в коров или что? Это все из-за вас! Беги, корова! Нормально? И... класс! Пулемёту? Готов. Сердце кровью обливается. Правда, в конечном счете мы победили. Но как? Горько какое! О, машина появилась сразу. Давай следующее задание. Помощник, это Мэри Мэй, и я Фолл Сэнди. Хотела сказать, что ты крут. Но учти, эдемщики тоже не будут сидеть сложа руки. Если мы наносим удар, они делают то же самое. Иоанн сделает все, чтобы остановить тебя. Отправит вертолеты, вооруженные конвои, блин, может даже верных. Это элитные солдаты секты. Они опасны. Смотри в оба.
Опять надавали нам заданий кучу. Правительство и обойтись без жертв. Знаешь, что мы сделаем? Нанесем удар по болевой точке. Давай. Бедные животные сегодня заплатили жизнями за нашу свободу. Они герои и патриоты. Мы не забудем их жертву. История учит нас, что победа не обходится без трагедий. Это так. Ну, пора за дело. А что за дело, спросишь ты? Старая золотая шахта. Именно оттуда правительство получает финансирование. Да, ты думал, она закрыта? Ведь так сказала правительство. Какой дебил верит правительству? Говорю тебе, все взаимосвязано. Там внизу в 10 раз больше, чем в Форт-Ноксе. Мы уничтожим эту империю глобалистов и вернем Америку людям. Эти демоны вечно говорят о коллапсе. Устроим им коллапс. Возьми эти термитные заряды, почти такими же взорвали башню 7. Прикрепи их везде, где нужно, там поймешь, а потом когти рви, все взорви! Бум! Что? Меня ждешь? Черт! Я на пенсии! Мне хватило того дерьма, что только что произошло. Ну нормально. Благо, это недалеко. Беги давай. Блин, я опять вляпался в какое-то дерьмо. И сваливаем. Вообще неплохо бы прокачаться, а то мы там что-то, по-моему, уже дофига очков набрали. Штук 30-то есть, наверное. 13. Ну да. Надейся больше. Это интересно. Я не знаю, что я хочу. Все нужное. Ну, возьму это, пусть будет. Так, заминируйте 4 золотых ящика, окей. Зайдем со спины. Я застрял этот грузовик.
Тихо. Последнее у нас осталось. Там кто-то палит меня, ну ладно. Так. Вроде бы никого. Какую? Так, все под контролем. Ах ты, сука, да я только обрадовался, что все окей. Еще и вертолет, ну замечательно. Я совсем забыл, что у меня поставлено именно это оружие. Да я застрял, блядь! Класс. Просто охерительно. Умереть только потому, что базука через жопу работает. Огонь вообще. И сейчас все сначала. Что-то они тут бегают, мелькишат, но пока ничего не делают.
А чё бросил? Ты смотрите-ка, побежал в другое место, а я за ним. Кто здесь? Это я. Так, пока все хорошо, еще даже вертолет не прилетел. Да, сука, да как так? Все плохо. До свидания. Все, 13 секунд, надо бежать уже. Да твою мать! Бомбы активированы! А теперь шевелите булками! Сейчас тут пойдет золотой снегопад! Да куда добраться-то? Я уже и так далеко убежал. Ох, ну неужели? Фух, ну что ж, давайте на этой грандиозной взрывной ноте закончим и в следующей серии продолжим зачищать регион. Очищу тебя от грехов. Освобожу твою душу.
Будет непросто и придется помучиться, но это того стоит. Жди моих людей. Они приведут тебя ко мне. Не противься. Чем сильнее ты сопротивляешься, тем болезненней будет очищение. Охренеть! Ты прям нассал Иоанну в компот! Теперь он точно от тебя не отстанет. Смотри в оба. До связи. Ну, вот и все. Да, на нас открывают охоту, но эта охота будет открыта в следующей серии. Сохраняемся и прощаемся.